Больше месяца фанаты певицы Максим денно и ночно молились о ее выздоровлении, и эти молитвы были услышаны. Неделю назад певицу вывели из комы, отключили от ЭКМО и ЭВЛ, и теперь она смеется и шутит в реанимации. Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке. Написано в ее официальном аккаунте ВКонтакте. Информацию большинство восприняло с восторгом, желая звезде полного выздоровления и возвращения на сцену. Но вот некоторых столь быстрый процесс восстановления после 6 недель медикаментозного сна насторожил. Они считают, что такого просто не может быть. И не кроется ли в болезни попытка раскрутить артистку за счет милосердия, отзывчивой на чужую беду аудиторию? Не может человек хорошо себя чувствовать после полутора месяцев комы и такого жесткого диагноза. То она в автомобильную аварию попала, и все говорят о Максиме. То в кому попала, и уже легко общается, смеется. Опять пишут все и везде про нее. Ощущение, что хайп. Никто ее не видел, точно не знает, что там был за диагноз. Написать можно все, а врачи не скажут, нельзя им. Зато теперь ее песни на всех радиостанциях, клубах, на вечеринках. Крит вон спел. Никто не помнит Максим, а теперь опять пришла популярность. Странно, что пока она болела, ее песни раскручивали на всех радиостанциях и в сети. Таких сомневающихся немного, но они напомнили, что однажды Максим уже попадала в какую-то таинственную аварию, после которой сначала пропала, потом снова вернулась на сцену. А сейчас на фоне тяжелой болезни ее хиты лидируют по просмотрам.